Всем здорово, с вами Вова, компания «Электроник России», город Нижний Новгород, и мы сегодня сравним две акустические системы. Это любительская акустическая система «Электроник 2061 Firebox 1000 и профессиональная аудиосистема трехполосная «Электроник 2036 Pro в корпусе из фанеры. Обе акустические системы у нас уже проданы. 2061 едет в город Севастополь для Игоря Анатольевича. Также Игорю дарим Bluetooth наушники, поп-ит и комплект батареек. А Electronic 2036 едет у нас в город Владикавказ для Жанны. Жанне также дарим Bluetooth наушники, поп-ит и комплект батареек. А еще мы сегодня проверим на них радиомикрофон Electronic 1006, универсальный радиомикрофон беспроводной, и замерим шумомером. А теперь я предлагаю их распаковать, ознакомиться с комплектацией. Друзья, вот я и распаковал данные акустические системы. Electronic 2061. 100 ватт, любительская акустическая система, весит 19 килограмм, она недорогая, в районе 18 тысяч рублей стоит. В комплект поставки входит два радиомикрофона для караоке, инструкция, пульт, AUX, зарядка. Electronic 2036 Pro, корпус фанера 18 мм, перегородки MDF. Два динамика по 12 дюймов, динамик 6 дюймов и твиттер, весит 35 килограмм. Мощность 200 ватт, в два раза больше, чем Electronic 2061. Сбоку все управление. В комплект поставки входит два крутых радиомикрофона металлических. Инструкция, пульт, зарядное устройство и AUX, так же, как у Electronic 2061. Ну и стоит Electronic 2036 в районе 45 тысяч рублей. Но со скидки подписчика, естественно, дешевле. А также мы протестируем микрофон Electronic 1006. Куплен он у нас с Константином Борисовичем, город Новосибирск. Также у Константина будет день рождения. Константин поздравляет все души с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и благополучия. Данный микрофон подойдет ко всем акустическим системам. Он универсальный. Итак, попробуем микрофон от Electronic 2061. Это 268-85, 268-85 МГц. Раз, два, три, четыре, пять. Это громкость микрофона Electronic 2061. И проверим синий радиомикрофон. Частота 261,8 МГц. Раз, два, три, три, два, раз. И давайте сравним с микрофонами от Electronic 2036. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такая разница. Это микрофон от Electronic 2036. И микрофон от Electronic 2061. Ну, а также проверим второй радиомикрофон. Тоже все изумительно и идеально работает. И вот так вот выглядит Electronic 1006. Радиомикрофон металлический, универсальный. В комплекте идет блочок для радиомикрофона. Включается он в разъем проводного микрофона. Работает блочок от аккумулятора 18650. А сам микрофон от двух пальчиков батареек. Проверим микрофон от 2061, сравним Electronic 1006 универсальный на Electronic 2061. Раз, два, три, четыре, пять, микрофон работает. Это стандартный микрофон, громкость не на все. И вот такой звук от Electronic 1006. Это универсальный, хороший, качественный радиомикрофон. Теперь давайте его послушаем на Electronic 2036 Pro. Я подключил универсальный микрофон 1006 к Electronic 2036 и взял от нее комплект. Они очень похожи, оба металлические. Раз, два, три, это стандартный радиомикрофон от Electronic 2036. А это универсальный радиомикрофон. Он, кстати, немножко даже погромче звучит. Видимо, какие-то преднастройки уже в микрофоне. Может, усилитель. Ну а теперь давайте сравним на одном и том же треке Electronic 2061 и Electronic 2036, любительскую и профессиональную систему. Для этого отключаю петличный микрофон.
Друзья, вот так вот отзвучали у нас круто. Electronic 2061 100 Вт, Electronic 2036 Pro 200 Вт. Корпус фанеры, корпус пластик. Разница в цене в два раза. Ну а теперь, друзья, я предлагаю их замерить шумомером на расстоянии метра. У меня тут есть отметки, ровно метр. На как раз вот рок-трек отзвучал, на нем замерим. Сначала 2061, потом Electronic 2036 Pro. Погнали! Так, друзья, вот у нас шумомер, крестик это метр. Где колонка стоит, тоже крестик. Шумомер стоит на уровне динамиков на штативе. Вот так будет видно показания как раз. Ну, Electronic 2036, все то же самое. Метр расстояния. И крестик, колонка. В кадре видно и колонку, и сам прибор. Включаю трек. Друзья, ну что, замеры звука вы видели на экране. Electronic 2061 и Electronic 2036 Pro. 2061 мы запаковываем, отправляем в город Севастополь для Игоря. Микрофон у нас универсальный 1006 от компании Electronic едет в Новосибирск для Константина. А профессиональная акустическая система Electronic 2036 Pro едет у нас во Владикавказ для Жанны. Полный обзор на эти системы будут в описании. Если хотите приобрести или получить консультацию, пишите на номер телефона Viber WhatsApp, который всплывает на экране или который написан на щите. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока!